друзья, минуточку внимания. Совместно с компанией Т-Плюс мы разыгрываем буксировочный трос за комментарий. Условия. Посмотрите предыдущий ролик «Отдых в Башкирии. Плюсы и минусы». Привет! С Новым годом! Смотрите, какие тапочки поставили. 18-е. Вообще классно смотрится. Хотим покататься по зимним горочкам. Здесь у нас проходили соревнования. И здесь самые такие сложные. Тем более у нас немножко снег выпал. Ну и хотим попробовать. Николай Первый попробует у нас. На трубы. Короче, на трубы сел. На трубы. Ага, все, не получается. Сдернули. И сейчас попробуем, наверное, короткую него первую пустить. Такой интересный автомобиль собрал. Из всего, что было. Тут и у вас. Ну, потом, для интереса, сам варит его. Поднял до предела, короче. Оп-оп-оп-оп. А ты не поедешь, брат. Ах ты, смотри, поехал. Ну, база длинная, конечно. На парковке. Ух, как тут серьезно и жестко. Прикольно. Так, здесь у нас, когда соревнования проходили, ребята здесь пользовались лебедкой. Ну, тогда только было вырыто. Ну, так как сейчас уже накатали, уже должно быть все мягче проходить. Да, база длинная. Опять на заднем паркопе. Мы решили выехать. Пока есть возможность чайку попить. Смело, вообще смело. Нет, а прямо. Ага. Давай. Во, проходишь. Отлично. С чего ты собрал? Какой клиренс сейчас у тебя? Это был китаец, теперь что у тебя? Был китаец, передняя подвеска была многорычажка, задний мост был, также на рессорах, передний на торсионах. То есть, ну, мало было, не хватало, везде раздаткой садился на брюхо. Ну да, я помню. Сейчас было сделано так, чтобы таскать больше грузов на ней, то есть 2,5 тонны для нее сейчас не на понижайке, а на обычном, ну, можно сказать, не предел. Но проверено. Двигатель тоже остался? Все китайский. Стандартно. Двигатель китайский, раздатка, коробка, все полностью заменены. Только чисто передний и задний мост вазовский. И передняя ходовка была перебрана на... Собраны все-таки на рессоры. Потому что рессоры, как бы, хотя бы клиренс, ну, получше, чем у... Ну, наверное, больше, чем у всех. Ну, и жестче. Нет шансов оторвать. Никаких блокировок нет сейчас, да? Нет, мостов. Все полностью сток. Все как и было, просто тупо мосты. Ну, давай посмотрим Ниву, как у нас поедут. Ну, сомневаюсь. Короткая база. Ты что так резко? У меня там яма. Надо как-то скромнее. Это тебе не Infiniti. Бампер уперся. Ну да. И погнул бампер. Давай назад, пробуй. Смело. Так. Ну давай выезжай теперь. Пробуй. Ага, стоп, потихонечку. Ну, в принципе, да, проходит. Так, на парков повис, да? У тебя стоковая не вас? А? Не вас, да. Стоковая, без самоблока, без всего. Нет. Резина 215. Даже не помню, да, помню. Липучка, шипы. Шипы, но шипов нету. Близак. Ну да, 215, 65, 16. Так, висишь на заднем фаркопе. Межсевой заблокировал? Да. Попробуй. Давай. А попробуй руль влево-вправо, крути. Попробуй. Так, тише. Куда? Правее. Ну, видно, что для Нивы прям на данный момент тяжело. Здесь сейчас он поймал диагональ.
Потихонечку спускайся. Ага. Давай потихонечку, потихонечку. Давай, 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 давай. Потихонечку. Ну, да, уперся. Ну, проедешь. Воду надо. Тяжело. Очень тяжело. Нет, нет, нет. Надо подсказать что-нибудь ему там. Не знаю даже. Как он отбирается? Стой, 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 стой! Вот, а ты говоришь... Ты его забросал, ты. Молодец! А сейчас вот уже, я думаю, тут самому бы не упасть. Так, да, давай потихонечку. Давай, давай, давай. Бля. Ну, нет. Ну, красавец, красавец. Конечно, ты молодец, блин, не побоялся. Но бампер блин, передний. Чуть-чуть пострадал, да? Да, пострадал, повредил. А мы не поставим бампер. Нет, остального нет, бампер, да. Бампер подравняется. Вот, так что, а так красавец. Главное, моральная проходимость у тебя высока. Вот что, уже поправил? Конечно, сейчас новый. Ну-ка. Так, там сложновато. Многие говорят, жалко машину. На это и понятно. Сейчас очень интересная локация. Этот спуск я вам показываю. Мы здесь катались летом. Очень сложновато летом здесь проехать. Короче, идет спуск. Крутой поворот направо. Колесо упирается. Машина в диагональ. Упирается в камень. Здесь тоже упирается в камень. Здесь машина у нас проходит по диагонали. Вот здесь машина тоже вот так встает. Сюда выезжает. Яма по диагонали и выезд. И машину. Сейчас поднимусь. Вот такая интересная трасса. Нива Travel. Сзади самоблок. 18 этапки и занижение. А, Николай, ты межосевой сразу блокируй. Межосевой сразу блокируй. Потому что здесь проверено, машина у нас не едет. Смотрим. Как видите, первое колесо. Здесь получается и заднее, и переднее упирается. Надо тебе качком. Сзади самоблок. Да-да-да-да-да-да-да, вот такой. На солнце снимаю. Ага, давай, давай, давай. Как видите, колеса постоянно проваливаются. Вывешивается. Говорю, очень такой проблемный и сложный. Тут забраться-то. Видите, как машина поднимается? Вообще супер. Все, поворачивай. Мы здесь летом катались, но летом было сложно очень. А сейчас зимой вообще интересно.
Оп-оп-оп. Страшно. Но, к сожалению, так. Поставьте, Николай Лак, красавец, красавец, на 18-х этапах. Как его назвали в группе, Франкенштейн, по-моему. Ну вот смотрите, рессоры, хорошая хода, лифт приличный, ну база длинная. Ты смотри, как он красиво едет, а? Что значит лифт, да, Жень? Клиренс какой. Намного легче. Ну и резина типа МТ. Она, конечно, в принципе, сейчас по снегу. По льду на ней хреново ехать, а по снегу будет нормально ехать. Красавец, да, отлично, отлично прошел. Клиренс, конечно, порешал, и хода подвески зарешали. Километр. И ходом. Вот. Подсказываем. То есть первый раз там приехал. Нива стандарт. Резина. По-моему, 205-я. Сейчас посмотрим. Липучка. Давай, давай, давай. Да. Диагональ ловит жестко, конечно. Так, пробуй. Липучка же, да? 205-я. 215 на 70. Колесо баску тоже убирает. Смотри, вот у меня такая же. Сможешь, сможешь. Ух, заедал. Вот это как происходит. Кону сразу. Резину мы не травили. То есть вот как приехали в подмоечке, как мы на ней катаемся. Но это очень сложно на свободных межосевых и межколесных дифференциалах. Давай назад, ход, вот, вот, все, достаточно, пробуй. Молодец. Сейчас, что хорошо буксовать, когда летом зацеп сильно идет, улося рвут. Здесь, когда колесо вывешенное падает на снег, оно пробуксовывает, тем самым бережем мы полуося, по крайней мере, задний. Большие колеса все-таки стандартную арку зажимает колеса, хоть как. Вот просто смотрю заднее колесо вот у него. Хотя у него двигается, у меня прям зажимает. Не знаю.
Нива — это индивидуальный автомобиль. Такой интересный. Да, сейчас вот мою Ниву пас попробуем. То есть у меня два самоблока. Занижение по раздатке. Просто будет интересно посмотреть, легче ли, вообще они не нужны. Сейчас вот этот стоковый не выйдет, а я, например, на двух самоблоках не смогу. Вот будет смех-то, да? Сейчас это накатает лед. Лед накатает, и будет там сложно вообще ехать. Будем, да? Ты сейчас там это лед накопаешь. Давай вытаскиваем. Вытаскиваем? Да, давай. Все, потому что или сейчас полость порвем, или еще что-то. Все, вытаскиваем. Вот так вот. Вот те раз. А мы за лебедкой пошли. Вот стоковый автомобиль. Давление по двоечке. 215-70-70, липучка. Так, а что за резина? Йокохама, липучка. Вот с таким протектором. Смог, смог. Ну давай посмотрим другую Ниву. И вперед. О. Так, а здесь у нас шипы с вами, да? Очень сильно передние левые упирает. Фух, закидал. Во-во-во-во-во-во-во-во. Все, поехали. Ну, интересно, здесь посмотрим. Только вчера постирал куртку, только вчера. И тут все. Блин, ну опасный ты парень. Сейчас полость точно улетит. Да уж. Вот такие моменты, конечно, интересны. Ему надо, конечно, брать сюда правее. Такому льду я не знаю. Друзья, напишите комментарии. Вот сейчас вот из двух Нив коротких. На ваш взгляд, какой автомобиль интереснее? В принципе, все одинаково у нас. Движки, подвеска. Единственное, что резина шипованная, а там липучка. Интересно почитать ваше мнение. Бам, там камень. Давай. Нормально, поехали. Да все, не надо, спускайся. Назад, давай, назад. Не надо! Даже не слышу. Так, а здесь
Мы уперлись. Так, назад не едет? Ну давай назад, там нету камней никаких. Руль прямо, ага, вот так. Ну-ка, давай. Ага, все, оп. И... пробуй. Попробуй назад. Там сзади. Там чисто, можешь сдавать. Давай, 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 смело. Когда выходит, сразу прям подруливай ее. Когда пошла наверх, она сразу. Подсказывает, когда говорит, машина выходит, рулем работать надо. Еще, еще можешь, смело. Прямо тяжело. Еще можешь? Чуть-чуть еще можешь? Ладно. На камне осталось немножко. Можешь, 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 полметра. Еще. Стоп. Ну и как после них выезжать? И как ее после него выезжать? Не знаю. Ребята, ну лайкос заслужил. Две Нивы коротких выехали. Нива Travel, красавец. Здесь никаких помощников нету. Но проехал. Ну ты свои ощущения или как? Эмоции есть какие-то? Да, вот я испытал Ниву на полулысой резине без шипов. А я сказал, что в шипах. Да их нет, я их давно дрифтовал. А, ну то есть они не чувствуют, я понял тебя. Да-да. Может быть, вообще резина протектора 30% осталось. Все понято. Но все равно молодец. Так, из этого что получается у нас? Красота. Повредили бампер. И болтик. Ну, это надо хомутика сейчас повесить. Нет, это издержки, издержки. Конечно. Еще хватит. Он паркопом, если что, упрется. Ух, так. Раги. У меня тоже паркоп. Стой. Тоже паркопом. Я думаю, что меня ударился. Я боялся, он туда ковырнулся. Коротыш, блин. Все, нету больше места, все. Место есть? Чуть-чуть. Полметра. Хорош. Хорош. Все, упираешься. Парков. Парков, парков, да. Считай, как мое. Он на блок. Где они есть?
XS. Там место есть? Хорош. Ну, фаркопом, ладно. О-о-о. Нифига не ей. Вот так сейчас тебя туда же положишь. Да. Я слышу. Фаркоп. Итак, мои друзья, как видели, мой автомобиль проехал, в принципе, неплохо. Выбивало то занижайку, то раздатку, а так, в принципе, неплохо. У меня липучка свежая, 215-65-16. Смотрим туарек. Отключи кнопку и ESP-шку выключи. А то она тебя тормозит. Давай. Давай, давай. Вот. Ага, полегче. Давай, давай. Вот. ESP мешает в эти моменты. Поехали! Да, братан, вот эта вот ESP-шка мешает в этот момент, она не дает повышать. Она плевный, по-моему, нет? Ну, он поднял ее. Поднял? Да. Вот, Федя, скажу, тут Федя вообще молодец. Вот на всех покатушек не стесняется. Потому что эти прямые руки самостоятельно ремонтируют свою машину. То есть у него возможность ремонтировать свою машину. И главное, прямые руки. А это мы все, это ровно фаркопнутых там, не бампер. Это все сейчас прошли, короче. Ну вот сейчас посмотрим, два самоблока или умная электроника. Плюс у него шипы. Тут уже мощность двигателя решать не будет. Тут только зацеп, да? А у него хода нет ни вперед, ни назад. Видишь, в чем проблема? Ну, он как фаркоп. Ну да. Я про его пороги говорю, самодельный. То, что классный. Не гнутся, хоть камни, хоть чего отпирается. Здесь ничего не мешает, только вот что там прибор не мешает. А вот он! А он на пороге здесь, вон порог, порог. С той стороны, наверное. На пороге, Федь. С этого ничего не мешает. Поднимай! Бензин, ну на. Сейчас смотри, бензин. Ой, все поднял. О, пневму, смотрите. Поднимаем пневму. Все, да, Федь. Теперь поедем. Намного лучше.
вначале, там поднял руку, сразу спал. Я думал, он поднял. Все, зазор есть. Все, опять на порог сел. Зад даже не пытайся, там упёрся. Чё, вытаскиваем, Федь? Ну да, зад там ему некуда, у него нет. Спасаем торок дополнительно. Лёх, чуть-чуть оборота, там вроде генератор есть и на тормоз. А. Ты вышел снимать, как ее тащить туда будет? Ну да, посмотрим. А, надо же ее закрыть. Сейчас, секунду. Там за что зацепили-то? Там альтернативы нету. Какой альтернативы нет? А, за крюк? В принципе, если синтетик рвется, вроде он не должен лететь. Все, давай цепим, давай цепим. Да ладно, что вы. Нива немцам друг, понимаешь? Я не могу его бросить. Вот лебедочка, тихонь-тихонь. И все, потихонечку, помаленечку. Стой. Ты скажи, тебе не воды помогли? Конечно! Ну все. Сейчас едет интересный автомобиль. Про него потом Евгений вам сам расскажет. Внешне мощно, красиво. Хорошие колеса. Хороший лифт. Жестко, красиво. Камень уперся. Попросим Евгения рассказать про автомобиль. Я знаю, что он пока не доделанный. Есть тут нюансы. Вижу, Евгений что-то там нажал. Посмотрим, от этого нажимания будет что-либо интереснее или не будет. Евгений вышел, посмотрел, оценил. Человек грамотный по маршрутам, по технике. Подсказывать ему только себе вредить, как говорится. Так как слева у нас камни лежат, и мы упираемся, решил он брать немножко правее. Ну, не знаю, там угол будет такой. Накатано, то есть что я, что до меня автомобиля. Подъем именно накатали, очень скользко. Сейчас я попробую выпрыгнуть. Сейчас. Ага. Давай. Больше на давай. Я говорю, то, что визуально кажется, что легко, да, визуально, да, а на самом деле очень сложный маршрут. Там как сложный. Раз таки, вот они два. Автомобиль выдерживает сильно.
на диагонали. Финал. Да. Теперь финал. И вот на этой резине, мне кажется, он сюда уже ни хрена не заедет. Ее только спускать. Да? На спускать да. Или травить. Хотя все равно травить сейчас не получится у него. Потому что там мы накатали. Здесь бесполезно. Накатали почему? Потому что никто не на шипах. Все налегко. Так это и на шипах все он не помогает. Шипы грызли, да ну не знаю. Тут получается просто яма такая туда. Задние колеса. А самое, знаешь, что интересно, когда они выездили, давай бей фарту, а это там, ой-ой-ой, стой, ой-ой-ой, это, да? Ёлы-палы. Ты смотри. Вот честно сказать, мы не ожидали, что на этой резине вот он выйдет. А я знаю почему, потому что вот эти два, это тоже его завод наполовину, да? Вот плюбас вот там, или тапок подставлял, чтобы он проехал. Я говорю, подталкивали, пока гранилы были, вы давай, давай. Выбора-то нет. Итак, пришло время, автомобиль выехал, хотя у нас были сомнения, то, что именно на этой резине. Евгений, теперь твоя очередь, расскажи про стройку своего автомобиля. Ну, строилась машина для экспедиций, соответственно, тут стоят 35-е колеса, ну, чуть-чуть не дотягивают, конечно, по размеру. Сейчас грязевая резина стоит, надо на зиму уже перебываться. В принципе, есть блокировки, но сейчас пневмосистема не работает, потому что там утечка воздуха, шланг один зацепился в поездке. И... То есть впереди, мы сзади, у тебя стоит пневмоблокировки? Да, впереди, в заднем стоят блокировки, но пока не работает. Так как шланг порвал, то есть давления нет, и он не работает. Уходит, надо это все ясно. Переделать немного. Понял. Шланги. Что еще? Подвижку? Ну, подвижку, это родной движок. После капиталки вот прошел 9000. Так, по мелочам усилены тяги, привода. Мосты родные? Мосты родные, да. Лифт на сколько задрал? Лифт получается. Потому что я смотрю, ну, прилично. Подвеска 5 сантиметров и кузов 5 сантиметров. Ну, смотрится намного богаче, чем ты рассказал, а? Да, тут по моей высоте, да. Согласись, да? Что за аморты стоят? Трофил лифт. Это чисто УАЗовский, который, да? Или они на все делают? Думаю, что кафты, трофил лифт. Они, в принципе, пружина? Что за пружина? Пружинный техноресор. Ну, у тебя с проставкой, да, я так понял? Ну, это заводской, там у них заводская 1.5 сантиметра резинка стоит, такую поставил просто полиуретанную, чтобы она подольше ходила. Мы сейчас, когда ты встал, уже мы думали, что на этой резине ты не выйдешь, потому что на льду, как говорят, что она, не работает. В принципе, у меня сейчас накачанная для асфальта, там 2,2 атмосферы. Ну, понятно. А так, вот, смотрите, какой рост, Валентин? 1.67 м. 1.67 м. Вот, смотрите, вот. Полторашка, почти. Вот. Ну, молодец. Удачи тебе в постройке дальше автомобиля. Смотрится классно. Ребят, напишите, как вот смотрится автомобиль внешне. Вообще, вот даже в городе он, когда встречаешь, так брутально смотрится. Да, и привлекательно. Напишите как коммент. Ехал у нас Селегин, вот на таком УАЗе. Покрасил он его военный такой Раптор. Давай, рассказывай. Конфигурация машины. Так, ну конфигурация военные мосты, заварка в обоих мостах. Двигатель сейчас другой. Инжектор. Да, 42-16. Только выгнал. Вот, посмотрим, да? Что получится. Да. Здесь тоже резина сталкер стоит, условно говоря, грязевая. По снегу, да, нормально, по льду. Наверное, нет. Хотя, мне кажется, он и летом, и зимой ездит на ней, да? Ну, у тебя же одна резина? Одна. Что лето, что зима, что гололед, да? Да. Ну все, поехали. Полностью заварки. Смотри, как он сборка, да, ей. Смело так прям. Прям смело такой. До этого родной стоял, что там на 80 сделал, что один сил у него движок. Вот. А мы уже поверили. Ну, этот у вас, конечно, короче, если взять патриоты, да? То есть у него запас есть
назад проехать. Вот смотрите, даже если установлена заварка, как сложно по этому маршруту проехать. Ограничено назад хода. Заехал. Заехал. Молодец. Приехал у нас тут. Резина более-менее живая, да? Ну, пока еще да. Шипы видны. 215-й же, да, Nokian. Конфигурация машины? Стандартная. Стандартная, то есть? Все стандартное. Все стандартное. Сразу межосевой блокируй, понижено и поехали. У меня в пороге тоже были. Покупал с нержавейки. Назад. Вот, нержавейки были и наигрался ими, то время, короче, я так и не увидел. В группе я их и продал. А, ну вот, смотрите, все, пороги, видите, про что я и говорил. Надо идти, останавливаться нельзя, туда, ближе бери. Итак, нам что сказали? Топовый Чевик. Только шипы у нас, резина шипы. Давай. Это нормально. Ты пока лучше всех проехал, пока лучше всех. Назад, давай, назад. Как? Ломает автомобиль, да, у нас? Вот вам пороги. Для оффроуда, для покатушек, ребят, не ставьте пороги. Вон, Ира, стой, это, давай держать, надо машину подержать, пацаны. Стой, не бойся. Да, колесо раздул. Да, и колесо раздул. Какое, левое? Вот это, да. Надо подержать. Давай подержим, нафиг. Ну, я понимаю. Повернется, назад включи потихонечку. Да, чуть-чуть подержим. Поехали назад. Выкручивай. Влево. Поехали. Ой, блин, я сам упал. Скользко как. Так, тут сзади. Погоди, стой. Есть куда ехать. Да, поехали. Прямо наверх. Сейчас назад. Вот там нештатная ситуация. То есть автомобиль просто передом, когда заехал на гору, его снесло. Ну, как и наши все автомобили, в принципе, сносило. Назад, может быть, вперед. Итак, сейчас мы будем вытаскивать его лебедкой, потому что, ну, по-другому уже не получается, раздулся. Вот. Практика у тебя вообще по катушкам есть? Да первый раз приехал. Первый раз. Молодец. Красавец. Шел вообще отлично. Но это на самом деле очень сложный маршрут. Здесь все очень долго мучились. Вот. Но, по крайней мере, все выезжали. Все выезжали? Да, я там, первый не выехал. Там час, два, три, но выезжали. А так отлично. Сейчас лебедкой вытащим и колесо тебе надо. Он не вышел, бабах. Раз, два, три. Вот на шевиках там петля мелкая, то есть ни крюк не лезет. Надо вот мягким шаклом пользоваться. Федь, на, вот это лезет, Федь. Он у меня тоже толстый. Вот шевики вот за счет этого не продумано сделано, да? Ну, вообще, на Ниве, да. Вообще, по-идиотски они сделали. На Ниве, а на шевиках. Только на шевиках. А, ну да, на шевиках, да. Они печу вот эту сделали. Пролезет, нет? Должен пролезть. Что, будем взрывать колесо? Я думаю, да. Интересно будет, получится, нет? А есть кто? Диск целый. Диск целый? Да. Он разнулся, да. Есть быстрый старт. Поднять, ну, значит.